Окей. Вот он. Какой большой лимончик. Еще лимончик. А тут вот уже я сварила из мандаринок. Вот. Мандарины в квартире. И лимоны. Созреет. Кое-где начинает становиться оранжевым. Лимоны тоже желтеют. Вот этот вот. Вот он. Уже желтый бочок. Мандаринчики. Там ближе к окошку уже почти оранжевые. Солнышко их пригрело. Я хочу показать свой маленький зимний сад моей субтропики. Мандарины. Вот они какие. Больше половины я уже собрала, чтобы дозреть другим. Вот. Их было в этом году очень много. Просто ветки гнулись. Вот тут вот тоже. А это лимоны. Зреют, тоже уже несколько штук сорвано. И зреют мандарины. Мандарин созрело в этом году много. Пришлось подвязывать и ставить подпорки, потому что вот они везде. И лимоны тоже зреют. Вот лимончик. И вот лимончик. Уже один бочок желтеет. И вот. И тут еще. И вот лимончик. И тут вот мандарин. Полно. Вот такой вот садик на окошке. И там вот еще их в глубине, ближе к окну, веточки тоже гнутся от плодов. Уже почти оранжевые. Лимонов уже несколько штук сорвала. Вот он. Такой большой лимончик. И мои мандаринки, которые
дозревает еще. Вот еще лимончик. А тут вот уже варенье. Вот оно получилось такое. Это я сварила из мандаринок. Вот. Желание, кажется, может постараться вырастить у себя дома что-то интересное и даже полезное.